Так, пушки на пушках, движок на движке, пилот на пилоте, господи! Вы только посмотрите на это, а! Красота! Красота! Привет, Титш. Что случилось и что входит в твой рацион питания? В мой рацион питания входит катка в Дедболт. И я ее помню. Спасибо большое, рандом. Вы встречаете дрейфующие в космосе судно беженцев. Похоже, они пытались скрыться от повстанческого флота. Израсходовали все топливо, их аварийный маяк все еще работает, но вы сомневаетесь, что на борту кто-то остался. Связаться с ними. На судне очень обрадовались вашему сообщению. У них заканчивается снабжение, не предлагают вам обмен. Да, почему нет? Мне дроны вообще не нужны. Вы получаете сигнал с поверхности планеты. Здравствуйте, капитан. Похоже, ваш корабль хорошо вооружен. А мы как раз ищем опытного наемника. Вы нам поможете? Выслушать предложение диспетчера. Повстанцы атаковали орбитальную верфь. Они утверждают, что на ней велась противозаконная деятельность. Но это по их законам. Это важный узел для торговых судов в этом районе. Мы предлагаем топливо и лом в награду тому, кто спасет нашу орбитальную станцию. Согласится помочь торговцам. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Они прожигатают. Не факт, что мне нужны ракеты. Титш, как насчет катки в Террарию? Помнишь ли ты? Пунч 3С. Хотя лучше пушки, наверное, выбить им. Окей. Так насчет катки в Террарии, помню ли я ее? Вот, к сожалению, катку в Террарию совершенно не помню. Спасибо, Супер Алан, за донат. Было сказано не то, что топливо израсходовано, а то, что то ли ресурсы, то ли что-то такое. Там конкретно про топливо речи не было. Топливо. Ой, топливо, кислород. Корабль порозовел. Будет сегодня Лига Легенд. Возможно, будет. Снабжение, да. Снабжение было. Пустой маяк абсолютно. Я думаю, сюда слетаем, потом на задание, потом сюда, сюда и сюда. Мои беды сюда и сюда. Вот, короче, надеюсь, вы поняли. Вы получаете сообщение. Внимание, это автоматическое сообщение. Сопротивляться захвату бесполезно. О, no! О, no! Please don't kill me! Prepare our weapons! My friends, возможно, с ракеты надо первым выстрелить. Поздно. Sig Dodge! Yeah! Ракета была лишней. Хотя я восстановил ее, поэтому не страшно. Так, теперь на задание. Хотя можно вот сюда, а потом на задание, сюда, сюда. Ой-ой-ой, давайте сделаем так. Шесть топлива за две ракеты. Давай, это выгодно. Вроде бы. Что за отъезд? Куда? В Торрес. В Торрес. Прибыв к маяку, вы обнаруживаете разведывательный корабль повстанцев, обстреливающий поселение на поверхности небольшой луны. Вступить в бой, чтобы спасти орбитальную верфь. Так, два лазера, они будут меня пробивать 100%. Это плохо. Но одна ракетка, и мы выиграем файт. На самом деле уже и ракетка не нужна. О чем у стандартный кораблик? Может, был какой-нибудь другой? Там, походу, поджег я все. Стандартный кораблик, потому что я хочу пройти сначала на стандартном.
Я как только открыл корабль Инжи, играл только на нем. И сейчас мне снова интересно играть на дефолтном. Пройду хоть раз игру на дефолтном, будем переходить на другие. Я думаю, такой план. Спасибо, Рейнд, за донат. Что за точность? Камон. Влоги из Тореза. Недавно купил Starbound и хотел узнать твое мнение насчет этой игрушки. Мне Starbound не нравится. Привет, Лови Рик. Это почти как Лоурик, только Лови Рик. Станция выходит на связь. Спасибо, не знаю, чем мы разозлили повстанцев, но они хотели убить нас. Я покажу вам товары и помогу починить корпус. Вау. Вау, мне нечего покупать, вау. У меня нет денег. Вау. Я надеялся на что-то более хорошее. В чем смысл игры? Летать. Лучше проходи на Инжи, пройдешь на нем, получишь неплохой корабль. Лучше. Спасибо за советы, но я ими пользоваться не буду. Будет вебка на 80 лямов подписчиков. У меня не будет 80 лямов подписчиков, я сдохну к тому моменту. О, абордаж. Пацаны, действуем по плану. Нам выбивает кислород, правда, но это не страшно. Они все-таки выбили его в итоге, это плохо, это очень страшно. Это очень плохо, я, возможно, проиграл. Я надеялся, что они не успеют это сделать. Но мне говорили, что можно вдвоем чинить, поэтому мы сейчас отправим ребят туда. Погнали чинить! Давайте! Орлы, живите! Красавы, просто красавы. Движок и пилот показали, кто здесь главный. Изи. Даже не близко к смерти. Лучше проходи игру. Если пройдешь игру, то пройдешь игру. Вот это хороший совет. Пам-пам-пам. Мне просто очень нравится этот песик, потому вот. Спасибо, Динджи Фокс. Спасибо огромное за донат. Песики правда крутой. Тут сложно не согласиться. Этот дрон ищет не вас. Может быть, повстанцы отправили его сюда на разведку, планируя захват этого сектора. А может быть, просто хотели спрятаться в туманности. Как бы то ни было, вы опознаны как враждебная цель. Че за опасность? Сенсоры хуже работают, да? Это нормальная опасность. Ой, ёпте. Мопте. У меня ракетница долго заряжается, на самом-то деле. Хоть бы додж был... Дождь сработал! О! Вот дела! Реально круто же. Чё у тебя стримы такие скучные? Не знаю. Может быть, я скучный. Нормально. Могу уже пользоваться щитами. В ущерб, конечно, движку, но не страшно. Смогу ли я 3 сектора захомутать? Я думаю, можно попробовать. Иногда нужно жадничать и рисковать.
Вас перехватывают до зубов вооруженный пиратский корабль. Дайте нам одного из своего экипажа добровольно, мы не тронем остальных. Вы чё? О, у них еще этот. Десант. Опасный корабль, правда. И куда ты пошел? Слышь, рот. Так, ломаем им, наверное, вот это. Не знаю зачем, но я сломал. Ни разу по щиту не попал. Это просто уже классика. Главное не дать ему сломать мои щиты. Ему же пробивать нечем, по сути, меня. У него там всего один выстрел на лазере. Блин, петух сломал. Ничего, мы сломаем его за это. О, они нам предлагают мантиса, кстати. Знаете, я даже возьму, потому что они классно обороняют. Давайте. Я возьму. Мэтью, здорово. Будешь на щитах стоять. Пока им синий фаер. Ой, им синий фаер. Здорово, Транклер. Сигнал аварийного маяка приводит вас к астероидному полю. Вы увидите небольшой корабль, который с трудом пробирается между огромных камней. Связаться с ним и предложить помощь. Вам отвечает: на помощь, наши щиты вышли из строя, долго мы не продержимся. У меня два щита, поэтому давайте. Вы делаете все возможное, но случайный астероид повреждает одну из ключевых систем корабля-горняков, который разламывается на части у вас на глазах. Вы собираете разлетевшиеся обломки и стараетесь не думать о том, что стало с командой. Feels bad, man. Зато я очень много маяков в первом секторе изучил. Вы благополучно прибыли к маяку дальнего действия, когда ваш ССД заряется, бла-бла-бла. Выйдя из прыжка, вы тут же получаете сообщение с мобильной ремонтной платформы. Мастерская дядюшки Джо приветствует вас. Хотите что-нибудь подлатать? Мы поможем. Блок контроля дверей за небольшую плату за 11, конечно. Лол, это очень дешево. Я не помню, сколько стоит так апгрейд, 25, что ли? У меня теперь будут всегда классные двери, и мне... Вау. А если я вот так сделаю? То будут омега-двери. Вообще круть. Мантиса переименовать, да? Давайте. Щиток. Движок, щиток. Пушок. Кошачий... Лоток. Окей. Летим дальше. Вы вдали от родной федерации на территории Золтана. Неясно, как вам отнесутся местные власти. Но выбора нет. Нужно двигаться вперед. Вы прибываете к Золтанской научной станции. Ученые выходят на связь и сообщают, что они исследуют генетические нарушения вследствие воздействия стазиса и длительных сверхсветовых перелетов. Они просят члена вашей команды пройти на медицинское обследование. Я каждый раз отказываюсь, и сейчас тоже буду отказываться. Ха! Пошли нахер. Слишком подозрительно. МК стоит верфь Золтана. Вы с восхищением смотрите, как сотни сияющих Золтан занимаются отделкой огромного транспортного корабля. Класс. Очень интересные сектора, мне очень нравится. Вы видите в туманности два пиратских корабля. Они не замечают вашего присутствия. Вы осторожно сканируете их груз. Один несет запас топлива, а второй боеприпасы. Буря разводит... в разные стороны их, наверное. Боеприпасы захватить. Вы бросаетесь на пиратский корабль, несущий боеприпасы, и нападаете. Хорошо бы не развалить его на куски. О, фак, там ракета есть.
Наверное, вот так делаем. Опасный файт, опасный. Откуда у них столько энергии? Мне надо щит сначала пробить. Ой, жесть, меня походу трахнет сейчас. У меня еще кислорода нет. Фак. Что за файт такой? Слышно, щиты. Так, окей, щит сбил. Теперь подрубаем ракеты. И надо кислород, наверное, восстановить, нет? Додж? Фак. Сложный файт. Пипец, они там забомбили меня жестко. Энергии не хватает, кошмар. Ладно, пускай ракета пока будет, про запас. Кислорода хватает. О, они еще и сбежать планируют. Ну там все горит, походу, поэтому не судьба. Я могу пока щит вырубить, кстати. Меня никто атаковать не может. Потом там заряжает постепенно. Фак! Фак! Отдыхай. Сложный файт, если честно. И в награду полное дерьмо. Совершенно не стоило того. Не то чтобы меня супер сильно пробили, но неприятно. Надо было не нападать, они бы чертеж от термоядерного реактора дали. Это всегда такой ивент? Че вообще за термоядерный реактор? Что? Кто? Туманности вонючие. Е-е-е-е-е-е. Прошу прощения, сэр, ничего личного, у нас есть приказ. Прошу прощения, сэр, ничего личного, я вас изнасилую. С херовый лазер, он снова меня не пробьет. Как ты меня пробивать собрался, товарищ? Чем? Задохнитесь там, пожалуйста. Давайте вот что сделаем. Бля, починили. Не улететь хотят. Ничего личного, но я вас убью. Угу. Куда летим? Куда собрались? В смысле приготовиться к прыжку? Я вам все сломал. Ну это гонево, это просто гонево. Просто гонево. Уроды, твари. Твари, уроды. Ненавижу вас. Козлы. Это что за личинка? Кабин. Каби! Знаете эту фразу этого? Димамана. Он ко мне на корабль прилетел. Здорово. Мантис, встречай его.
Да ладно, что там за уклонение? Подскажи, играл ли ты в Вальдистеры, а бы Салчиты? Если нет, то попробуй. Так как тебе зашел Hollow Knight, то эта штука также может понравиться. Удачного полета и с наступившим. Так, сейчас, секунду. Нет, платный файт, походу. Это чтобы платный такой, неприятный. Valdis Story Abyssal City. Я даже не слышал о такой игре. Если не забуду, то глянем после забега в ТЛ. Можешь в чате напомнить мне? Чат, можете мне напомнить о том, чтобы я чекнул игру? Я посмотрю на нее. Спасибо, Фламберг, огромное, за 100 рублей и за... игру, наверное. Вообще, вы можете в этот, в паблик ВКонтакте скидывать. Это слаг у него способность видеть живых существ на вражеском корабле без прокачанных сенсоров. Такое себе. Объясни-ка, почему это я странный? Я ответа на этот вопрос не нахожу. А кто тебя разбанил? Я тебя вроде не разбанил. Или ты новый акк сделал? Успею ли я... убить их? Да, успею. Не хотел ракету тратить. О, нормально, лома дали. Хорошо, 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 хорошо. Можешь не на... не напрягаться. Valdis Story Abyssal City похоже на Полого Рыцаря ровно настолько же, сколько любая другая метроидвания. Понял. Вы выходите из прыжка в облаке мусора, который когда-то был крейсером Золтан. Энджи, сопровождавшие их, принимают вас за врага и нападают. Ой-ой-ой, вот эти чуваки, кстати, опасные. Хотя... вообще, да, им есть чем пробить мой щит. Еще и дроид, который сбивает ракеты. Как вас убить тогда, если там штука, сбивающая ракеты? Молиться то, что один выстрел попадет? Не, ракеты бесполезны, да и мне... о, у меня боеприпасы кончились. С Новым годом. Не болейте, пела. Я их, походу, не пробью. Просто нереально мне их пробить, давай, считай это много. Я буду улетать. Там что-то качается, кстати. Здорово, Глеб Демон. Вот этот у тебя ник смешной. Спасибо большое за донат, я тоже с Новым годом. Как тебе гифт в стиме кинуть? Да, наверное, никак. Этот лог кажется вам довольно странный. Осмотреть базу. При ближайшем рассмотрении вы видите признаки жизни на поверхности, но ничего интересного. Кислород. Я с другого ака зашел и ответь уже на мой вопрос ПЖ. Чувак, то, как ты себя сейчас уже ведешь, это странно. Тебе, скорее всего, лет 12, наверное. Мне прям надо вот на всем стриме говорить о том, что ты мне писал. Ну окей, типа, ты мне написал то, что ты плакал из-за сообщений, которые ты увидел в чате. И написал то, что 90% моей аудитории токсичные, типа, уроды, которые на тебя наехали. Чувак, ты плачешь из-за сообщений в интернете. Ну, не знаю. Которые тебе написали на стриме, блин. Это странно для меня уже, в принципе. Теперь ты создаешь новый аккаунт и просишь каких-то объяснений от меня. Причем я вообще в этой ситуации какой-то, ну, левый чувак, потому что я даже не знаю, что там у вас случилось. Должно быть, это беспилотный корабль разведчик повстанцев, боя не избежать. Тебе большинство зрителей типа дети, тебе нормально?
подростки скорее. А вот этот парень прям совсем ребенок, который Юкис. Нормально. Чувак, давай тебе 100 человек, 100 сообщений напишут, что ты долбоёб, что ты токсичный, что ты эгоист и т.д. Мне ежедневно это пишут, чувак! Ежедневно, бляха! Что ты меня тут заливаешь? Ты чё? Ты чё, а? Ты чё? Давай посчитаем с тобой сообщения, которые мне ежедневно пишут, а? Открываем open case. Новые комментарии. Сука, какой же ты дебик. Описываю видос. Дерьмо, 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 никто не играет, бла-бла-бла. Ща бы Александру называть скучной. Боже, ты играешь 2 дня в лол? Ты супер хуёвый, больше сказать нечего. Что за говноед снял это? Ему, бля, все не нравится абсолютно. Жалко, с ящика не выпал, хуй в жопу. Так тебе и надо. Говнеца тебе ща. То, что наезжаешь на чемпов, даже если за них не играешь. Кому-то они нравятся. В общем, карма восторжествовала. Больше к тебе не зайду. Ну ты и мудак. Взять и реролльнуть Кеннона Blood Moon. Я его пытаюсь выбить. А этот насраный реролл пускает такой скин, смайлик. Это был худший опенкейс из всех, что я видел. Тижит, как контент-мейкер ты хорош, но пойми. Если тебе не нравится скин, не значит, что он плохой. И его надо удалять. Дальше считать лень. Сука, себя удали, картавый хрен. Мать твоя говно, аркадный топ. Еще вопросы? Еще вопросы? Я плакал от счастья из-за твоих сообщений в чате. Мне 25 годиков. Спасибо тебе, Джою, за счастливое детство. И тебе спасибо большое. Спасибо, Дизрикардо. Спасибо. Целую тебя в пупочек. В щечку там, не знаю, куда угодно. Никто никогда не целует в пупочек. В общем, спасибо. Спасибо огромное. Может, я эмоции не умею сдерживать, может, я эмоционально. Чувак, ну ты сам подставился, ты написал... Короче, я сказал то, что я игру скипать не хочу. А ты топил за то, чтобы я ее пропустил. И как бы чат тебя за это закрывал. Я не знаю, ну, обычная реакция на... говно сообщение, наверное. Короче, не воспринимай все настолько близко в интернете. Люди, которых ты видишь в интернете, ты с ними вряд ли будешь пересекаться когда-либо еще. Просто... не знаю. Не стоит реально воспринимать настолько... серьезное сообщение из интернета. Как похвалу, так и оскорбление, вообще что угодно. Несмотря на все предосторожности, пираты стали нападать на поселение Золтан в этом секторе. Один из пиратов замечает, ваш корабль идет в атаку. Ракеты, да? Я же не говорю, что ты плохой, типа. Я называю странным каждого второго человека. Может быть, на самом деле я странный, а не вы странные. Да, ладно, промах. Окей, окей, хорошо. Да, невидимость мне понравилась, маскировка. Я один из забегов играл с маскировкой, это было круто. Да что такое? Снова улетать хотят. Блин, нормально мне лома дают? Очень много. Очень-очень много, очень-очень много. Много-много-много. Много лома-лома.
Либо маскировка, либо дроны выиграют забег, мне так кажется. Возможно. Да здесь вроде много тактик на самом-то деле. Я бедствие пропустил? А, далеко лететь. Я не успею. Фак. Повстанцы в этой системе заняты поставками снабжения местным станциям. Живущие там гражданские, скорее всего, уже несколько месяцев испытывают перебои из-за непрекращающейся войны. Атаковать повстанцев. О, слабенький корабль. Хотя там дрон. А где дрон, собственно говоря? Я что-то его не вижу. И чем вы меня собрались убивать? Механик. О, понятно, доджами. С какого мой ник смешной? Глеб Демон. Слушай, это не смешно, что ли? Глеб Демон. Ой, кому угодно расскажешь, расхохочется. Пум-пум-пум. Украсть снабжение для гражданских. Давайте. Выставляйте колонистов, телепортируйте припасы к вам на борт. Все, что они вам передают, это строительные материалы. Ну ладно, любой лом пойдет в дело. Окей. Вы прибываете в зону влияния Инджи. С ослаблением Федерации для этих роботизированных существ наступили трудные времена. Однако они, как правило, по-прежнему готовы протянуть руку помощи нуждающимся. Я уже подозреваю, какая там рука помощи будет. Вы оказываетесь рядом с небольшой гражданской флотилией Инджи. Расшифровав их частоту, вы понимаете, что их явно тревожит нечто, что они бурно обсуждают. Предводитель Инджи, слегка пораженный вашим вопросом, быстро отвечает. Предложение отклоняется с благодарностью и с извинениями. Предмет обсуждения, частный вопрос, не имеет отношения к Федерации. Возможно, это был квест какой-то для нужного корабля. В смысле плохой, повстанцев ограбил? Повстанцы козлы. Новый перевод — это... ратификатор Стима. О, мой бог, что это за корабли? Это, блин, механик. Джейсон Стэтхэм. Я его выбил, да, в итоге? Окей. Надо вынести полностью дрона до красного состояния. Хорошо, теперь пушки. Они на рандоме, а имидж, что ли? Фак, они его чинят. Козлы. Я ограбил гражданских? Разве гражданских? Пипец промахи. У меня ракет нет, чтобы вынести их, походу. Жесть, просто ноль урона. Да какого дьявола? Что это за корабли такие? Пока дрон не активируется, я отсюда не свалю. Ура! Дрон активировался. Пора сваливать. Ну, вроде как шанс есть пробить. Но маленький. Меня его мины напрягают уже. Да что такое? Промах на промахе.
Там качаются зато чуваки, кстати, очень активно. Я выбил дрона, хорошо. И он починил себе эту пушку. Я с этого файта должен много получить, на самом деле, прокачки для персонала. Лучше, короче, в дрона долбить дальше. Очень сложный бой, очень сложный. Похоже, судно Инжи скорее даже катер. Имеет очень скудное оснащение. Его экипаж делает все возможное, чтобы дать отпор повстанцев, но ему явно нужна помощь. По-моему, я что-то уже как-то раз давал. 25 лома, и мне ничего не дали взамен. Может быть, имеет смысл только вторую давать. Короче, я ничего вам не дам. Не, обойдетесь. Хотя, может быть, мне бы дали крутую награду, кто знает, я не проверял. Или проверял, не помню уже. Бедный Юкис Ченнел. Такой же ник был, да? Вот этот чувак. Блин, без ракет тяжеловато, если честно. Несмотря на риск нападения богомолов, движение торговых кораблей в этом районе ведется довольно интенсивно. Всех, без сомнений, интересуют сверхэффективные технологии Инжи. Понятно. Выйдя из прыжка, вы оказываетесь в эпицентре недавней... Я в чате сижу, бекос, хочу поржать. I am streaming right now, потому что мне нравится play the games. I like дрейфовать in космос в game faster than свет. Exit from прыжок, you оказываетесь in middle жестокой схватки с участием some ships. They fragments дрейфуют мимо your смотровых displays. And you seen how гибнущие ships разваливаются на parts. Боже, не могу. Ёб твою мать. Ёб твою мать, там пушек. Блин, у них 4 пушки, что за корабль? Это похороны. Дайте мне убежать. Мне еще одна пушка нужна, кстати, вот что я думаю. С одним лазером я 2 щита нормально не пробью, без ракет.
Я, пожалуй, полетел. Получать сообщение от единственного корабля у этого маяка. Наконец-то который месяц тут торчим. Так хоть кто-то попался в нашу ловушку. Да вы чё? Ужасный забег, ужасно, он сейчас умрет. Fuck this shit! I'm dying! Прямо сейчас. Мне просто нужно из всех файтов бежать, потому что мне нечем пробивать мобов. Это грустно. У них у всех какие-то пушки навороченные, блин. В прошлый раз такого не было. Это не я плохо играю, это не везет. Невезение какое-то. Дверь закрой, куда закрыть, все нормально. Вы натыкаетесь на пиратов, преследующих неопознанный корабль. Пираты немедленно отправляют вам сообщение. Не суйтесь, и мы в долгу не останемся. Я не против, у них два щита, мне их пробивать нечем, поэтому я возьму. У меня без вариантов, но надо соглашаться с пиратами. Чертовы пиратс. Fucking pirates, I hate them. Suck my cock. Окей, попробуем. У меня есть одна ракета. Так сказать, одна попытка. Надо щит вырубить. Хотя, стоп. Возможно, я даже без ракеты смогу. Там всего лазер только и дрон. Они меня никак не могут пробить. Движок уже прокачан на максимум. Можно разве что щит покачать. Но я не думаю, что это сильно поможет мне. Ты можешь выпустить воздух из пустых отсеков, чтобы там враги задыхались, и можно было не тушить огонь. Чего? Нормально, мы качаем просто экипаж. Экипаж качается. Прокачай щит реально, просто отключи движки и постой пару минут. А есть ли смысл в этом? Давайте попробуем. Заодно пушки покачаем. Ну, кстати, довольно быстро качается. Автофайр вруби. Да, здесь можно. Здесь можно. Я просто привык играть без автоогня, мне так удобнее. Но в этой ситуации лучше автоогонь. Все, пока не стреляем. Пушок, к сожалению, не прокачается до золотого состояния, ну и ладно. Что поиграем в 2019-м, что-нибудь крупное заинтересовало или только Индия? Ну, планируем вроде Нир Автомата. Говорил, что в новом году начнем. Может, как из Тореза вернусь и попробуем.
слышал про игру Кенши? Говорят, какая-то типа классическая RPG духа Fallout'а. Недооцененная типа. Почему Тирш не здоровается со мной? Не знаю, Кукан. Кукан, блин. Ты не задумывался о смене ника? Ну как недооценен? Она не столько недооценена, то, что они говорят на каждом углу. Меня пробили, что ли, или че? А как он это сделал? Ты че, с ума сошел? Как он сейчас пробил мой корабль? А, дрон типа может иногда два выстрела делать? Фига себе. Давайте пушки сломаю. Все. Так будет спокойнее. Привет, Китарт. По-моему, в Game of the Year Edition в Нир ничего нового не добавят, не? Это просто повод срубить бабла, не? Щиток, давай уже качайся быстрее. Дрон рандомно меняет позицию перед выстрелом, когда он сдвигается на миллиметр и еще раз стреляет, понял? Прикольно. Все, пацаны, щиток докачался. Мне надо найти одну пушку, еще один лазер хотя бы, или типа того. Затариться кучей ракет и прокачать уклонение. Еще желательно маскировка. Вот, наверное, чего бы я хотел. Там вроде уникальные скинчики и все. У меня, кстати, за предзаказ Нир Автомата есть какие-то скины. Ух ты, дрон для ремонта систем. Круто, я его продам. Пока ничего не буду тратить излома, наверное. Или, может быть, дольше качать. Ладно, давайте на единичку прокачаем. 50% уклонения уже зашибись будет. Там можно взять третий щит и будет просто охеренно. Получайте сигнал с поверхности планеты. Здравствуйте, капитан. Похоже, ваш корабль хорошо вооружен. Мы как раз ищем опытного наемника. Вы нам не поможете? Трое наших друзей вообразили себя пиратами и думают, что смогут наживаться на этой войне. Мы хотим, чтобы вы убедили их вернуться. Достаточно будет слегка повредить их корабль. Мы хорошо вам заплатим, окей? Прямо сейчас? Диспетчер передает вам координаты одной из ближайших лун и нервно напоминает перед тем, как закончить связь. Только не убивайте их, пожалуйста. Пиратский корабль действительно обнаруживается неподалеку. Его капитан наводит на вас оружие со словами «Кошелек или жизнь?». Они вправду не представляют, во что ввязались. Ой, там ракеты, неприятно. Еще и маскировка. У них маскировка, которая позволяет стрелять из инвиза. Это вдвойне неприятно. Пуф. Да, в оружие надо вкладываться, только у меня и пушки никакой нет. Додж! Да! Не буду пока ракету отдавать, сейчас посмотрим. Буду все-таки. Не, я пока буду им пушки выбивать. Привет, опсик. Опсик. Копилом до магазина обычно так работает. Может быть, да. Фак. Жирный корабль у них. Будет забавно, если я не смогу их пробить для ивента. Но дожди работают замечательно пока что. Ты играл в Darkest Dungeon? Совсем немного. Что за рогалик Battle Royale, что за зона слева на карте. Ну вот они стали Battle Royale до того, как это стало мейнстримом. Да не нужен мне сейчас автоогонь, чуваки. Не так удобнее.
Блин, я даже до красного состояния не могу вывести оружие. Или он стоит сейчас наоборот? Он сейчас и стоит наоборот. Твою мать, он стоит. Вонючий автоогонь, ненавижу. Первый раз, кстати, у меня настолько мало ракет. И такой долгий забег. Когда уже прокнет ивент, я не понимаю. Во. Они передают вам сообщение. Вы победили, мы для этого не годимся. К черту обещания, не должны умереть. Оставьте их живых и вернуться в поселение. О, мне бомбу дали. Я не хочу бомбы. Убедив пиратов сменить профессию, вы возвращаетесь в поселение. Спасибо, они вернулись еще до вас. Думаю, нам это больше не нужно. Телепортируемое взрывное устройство наносит урон системам и экипажу, не повреждая корпус. Кстати, мне кажется, это неплохая штука против финального босса. Типа ты просто бомбами сразу херачишь во все пушки ему. Блин, мне кажется, бомба даже лучше, чем Артемида будет против финального босса. Урон системам, правда, маленький, 2 всего лишь. Мне бомба как-то интереснее даже, чем Артемида, что ли. Может быть, Артемиду продать и оставить бомбу? Она может промазать, и бардаш удобнее. Ну, Артемиду тоже может промазать. Я сравниваю именно Артемиду и бомбу сейчас, а не вообще все, все штуки игры. Так. В радиусе сканирования только 2 корабля, они ведут между собой бой. На одном из кораблей знаки космических пиратов. Привет, корабль, который я никогда в жизни не пробью. Во что я ввязался? Ну, кстати, может быть и пробью. Пробил, нихера. У меня доджи просто нереально высокие. И в этот момент меня пробивают. Ну, конечно. Отстой. Мне нужен лазер на самом-то деле. Еще один лазер, и все будет хорошо. Я полетел, всем пока. Всем пока. В другой раз помогу. Вы оказываетесь в слабо представленной на картах части космоса, которая считается домом богомолов. Нужно убедиться, что броня корпуса в порядке, а в баке достаточно топлива, чтобы благополучно пересечь этот район. Магазин, ищем магазин. Очень нужен магазин. Так, эти чуваки вроде меня не должны пробивать. Просто одним лазером ломать 2 щита уже невозможно. Трудно. Не то, что невозможно, очень трудно. А чего, кстати, лоток прокачивался? Кто-нибудь помнит? Лоток. Да, у меня есть где-то 4 корабля или типа того. Я все еще не могу им сломать просто щит нормально. Щиток, живи! Щиточек, живи!
смысле лучше улетай, я их убиваю. О, ракеты. А жизнь-то налаживается. О, магазин! На. Обнаружив прямо по курсу торговую станцию Богомола, вы предупреждаете ее о своем приближении, опасаясь, что вас примут за врага. С вами связывается их предводитель, у вас есть лом. Стыкуйте живее, пока воины вас не заметили. Он Богомолов продает. Маскировка! Имба! Блин, маскировка круто, но мне драться нечем. Я продам Артемиду. Может быть, это меня убьет, но я ее продам. Можно было купить себе дронов, типа. В принципе, я все еще могу купить дронов, но у меня не то чтобы много этих частей. Сеть маскировки до заряда двигатель. Я возьму, короче, это. Меня, наверное, трахнут все равно. Но что под... Блях, он сейчас умрет там. Вот так. Горим. Горим. Мне всего-то нужен один лазер. Ну, на самом деле, теперь еще нужна куча лома, чтобы прокачать оружейную систему и все в этом духе. Фигово таракан тушит. Но у меня нету этого камня. Не, пока в Делтаран не планирую. Ты лучше, спасибо, Дэн 007. Клёвый ник. Что будет, если кто-то будет на маскировке стоять? Ничего не меняется вроде, да? Да просто система, которую могут выбить и все. Сомневаюсь, что я далеко дойду, на самом деле, в этом забеге. О! О-о-о! Это херово! Если честно. Так, действуем по плану. Можно двери закрывать. Нормально, я выиграю тупо из-за аптечки. Заодно мантис покачается, да? Немного, конечно, но покачается, почему нет? Это все? Окей, это был простой файт. А еще раз 4 было, не? Уже 3 раза подряд пишу Тиджою привет, а он игнорит. Но у меня слово Тижо не выделяется оранжевым цветом. Что я могу поделать? О, бедствие. Сучий потрох. А, мощности не хватает, фа. Он уже стреляет в меня. Сиг додж. Так.
Минус щит, хороша. Плюс даджи. Автоогонь! Пошел ты нахер! Не хочу играть с автоогнем, я постоянно фейлю с ним. Давай, лома вроде нормально дает. О, камон. Ну я этот забег не выиграю никак вообще, просто ни малейшего шанса. Источником аварийного сигнала оказывается научно-исследовательская станция. Начавшийся в лаборатории пожар вышел из-под контроля, и того и гляди поглотит весь орбитальный комплекс. А система пожаротушения полностью вышла из строя. Присоединиться и попробовать спасти ученых. О, Джонс! Джонс, но у меня уже есть пилот. Тогда ты будешь... На камерах, наверное. О, вы встречаетесь с кораблем богомолов, корпус которого покрывает десятки слоев брони. Верный признак того, что его боевой путь насчитывает добрую сотню лет. Перед вами судно легендарного вора... Казак Плетки Лика. Ваш экипаж начинает нервничать. Богомол в экипаже попробует связаться с ним. Богомол из вашего... Выходит вперед, из вашего... После чего он и Казакилик исполняют причудливый танец, напоминающий странную инопланетную хака. Вы же тем временем приводите оружие в боевую готовность. Чего? И что мне это дало вообще? Давайте вот так сделаем. И дверь откроем. Ну, кстати, бомба прикольная, мне нравится пока. Пилот стал легендарным, что ли? Да. Что это, правда, дало, я не понял. Успеть бы... Да, успел. Хорошо. Можно большого брата послать, на самом деле, драться. Ну, это изи файт оказался, кстати. Я убил одного из них. Казак Плетки Лик сражается до последнего, после чего вы собираете лом с обломков его корабля. Вас не оставляет ощущение, что с его смертью осталось... Неразгаданная какая-то важная загадка. Возможно, это какой-то квест, да? И типа, может быть, если у тебя есть мантис на борту, то можешь прокнуть что-то другое? Фига мне, кстати, команда большая. Вы прибываете в систему буквально за мгновение до того, как на удивление серьезный вооруженный корабль Инжи разносит на куски маленький пиратский катер. Вы слышите сигнал телепорта, на борту посторонние. На палубу вашего корабля телепортируется молодой богомол в обгоревшей военной форме. Он просит не выдавать его Инжи и обещает служить вам в обмен на предоставленную защиту. Инжи успели отследить сигнал телепорта и теперь предлагает выкупить у вас беглеца. У меня и так много людей. Хотя еще больше людей было бы на самом деле неплохо, потому что финальный босс мне тогда закидал каких-то дронов, но я сейчас не уверен, что файт осилил, у меня ракет нет.
Я просто не осилю файт. Меня уничтожат. Назад, сюда и сюда, да? Должен успеть. Приближаясь к этому маяку, вы ожидаете неприятные встречи с богомолами, но поблизости не оказывается ни одного корабля. Понятно. Классно слетали. Летим назад. Если бы у тебя был телепорт, ты мог бы корабль мантисов получить. А, вот он еще. Прикольно, мне дали дрона абордажного. Отправь нового чувака на двери вместо камер, зачем? Когда будут меня штурмовать, тогда можем двери укреплять. А сейчас-то какой смысл? Получено достижение на честном слове. Без понятия, что это такое. Магаз, первым делом. Я не знаю, может быть, тебе ионную пушку взять? Абордажную, господи. Это хоть что-то будет. Теперь она будет вкачаться под нее. Хотя зачем мне вкачиваться, если я могу сделать вот так? Хм. Не особо охота через туманность летит, но летит. Ладно, насрать. Ну и дела! Зачем мне столько бомб? Перезарядка 22. Ионная бомба должна быть сильнее, чем малая бомба. Но она дольше работает. Зачем мне ракеты без ракетниц? Потому что бомбы используют ракеты. Когда поздоровишься, никогда пошел нахер. Так, можно в магаз вернуться, продать что-нибудь. Надеюсь, я не провтыкаю сейчас. Цена, кстати, у них не слишком отличается. Но ионная, да, она, кстати, не дамажит экипаж. Ну, не то чтобы я нацелен на убийство именно экипажа. Классный промах. Классный промах! Классный промах. Едить колотить. Пипец, я не попадаю в него. О, мне кислород, кстати, выбили. Я считаю, маскировку вообще ни разу не заюзал нормально. Ионная пушка — это не то, что мне нужно было, конечно, но это, наверное, лучше, чем ничего. О, oh, фак.
Боюсь пушка потерять. Мне просто нужен один лазер. Я бы сейчас всех разматывал. В прошлый раз так работало, по крайней мере. Сколько у тебя ракет там? Ни хрена себе, 75% доджа, он все равно попал в вторую ракету подряд. Вот урод. Давай, допивай уже его. Должен. Один щит я должен снять. Ура! Ну, награда, кстати, жирная. Там все еще горит, что ли? Походу там все еще горит что-то. А, здесь горит, наверное, да? Понял. Так, а ты иди и чини. Ой, дверь не закрыл. Не задыхайся, пожалуйста. В следующем ранее попробую собрать по одному представителю каждый раз и получишь новый вариант твоего корабля и ачивку Try Number 2. Тебе движок сгорел и минус додж? Так я заюзал маскировку, 75% было, алё. 75%. А сейчас будет больно. Небольшую космическую станцию повстанцев охраняет охраняет беспилотный корабль. К сожалению, без работающих сенсоров невозможно определить, что внутри. Маскировка. Попробовать незаметно добраться до станции. Очко. Очко! По три пушки, блин! За что? Так, ионим, наверное... Ой. Это обычная ионная. Я с другой перепутал. Прощайте. Да, господи, две ракеты, два попадания. Ой, не, я думаю, это похрены. Говно какое-то у меня, а не оружие. Я бы с радостью поменял вот это и вот это на один лазер. Ура, я снял щит. Додж нужен. Капец, там нон-стопом просто всякое говно в меня летит.
Ух ты. Ух ты. Ух ты, он всего лишь единичку стоит. А, потому что один выстрел делает. Ну и говно. Ладно. Чел отправил интересную инфу, если вы... У тебя была лечебница второго левела и телепорт, плюс ты не уничтожил его корпус, а просто оставил без воздуха, то у тебя бы появился новый член экипажа со всеми статами на максимум. Плюс открыл корабль мантисов, плюс был бы добавлен маркер с тайником. Надо на вики читать эти ивенты. У меня подобный ивент один раз прокал, и мне дали чувака со всеми статами на максимум. Один раз что-то подобное у меня было такое. Слабенький лазер. Но лучше, чем ничего, наверное. Дальше по туманностям полетаем, наверное. Там у всех проблемы вроде как, не только у меня. Бляха. Это была ошибка. Что я могу сказать? Это была ошибка. У них, блин, самое главное, дрон. Две пушки активированы без проблем. Кошмар. Пытаемся выбить пушки. Нормально. Что-то пробил даже. Он у меня дрона послал. Ты что, дурак? Что ты против мины сделаешь? Ничего. Да чтобы мне много получается сделать, но... Ладно. А, то есть у него дроны выбились, он решил все в щит вкинуть, и я такой, Понятно. Ща, накопим все выстрелы. Попробуем чем-нибудь сделать. Дыши, кислород кончается, да? Нормально, еще 50% есть. Так, он дронов починил. Но у него нет оружия, это самое главное. Чё-то должно долетать. Хорошо. Можем пока кислород подрубить. И выносить ему пушки. Не, нормально, я должен осилить файт. Лучше их одновременно запускать. Все равно попал. Сколько там процентов, блин, было? 80? А ему насрать. Уроду такому. Что-то не густо. Лучше подеремся еще. Отлично.
гораздо лучше награды. Тяжелым лазером после очереди из обычного стреляет, он у тебя в щит влетает. Ну да, да, да. Это да. Правильное замечание. Уа! ХП почти нет, ничего нет. Мне дали еще один лазер. Может тогда его вместо ионной бомбы поставить? Типа вот так? Хм. Этим уже можно пробивать? Или может быть вот так сделать? Они абсолютно идентичны. На что мне в таком случае не хватает энергии? На все хватает? Три ракеты. Да, ракет мало. Можно их потратить все сонной пушкой вот этой, а потом поставить туда обычную ионку. Типа как вариант. Я бы щиты на самом деле хотел себе еще. Но дороговато что-то. Мне пока не хватает. Да и подхилиться надо. Бедствие, магазин. О, магазин, кстати. Можно слетать в магазин. Продать ионный бластер вон тот. Блин, давайте посмотрим, что в магазине. Может быть, бомбу все-таки оставить? Дешево продается, правда. Типа того. Я бы ракет еще купил, но и больше их нет. Вообще неплохо так-то. Но мне не нужен ни на движок, ни на пушки. Если бы вот этого было прокачано чем-нибудь другое. Хотя что у него может быть другое прокачано? Я знаю, что вот этот чел, типа, добавляет энергию в тот слот, где он находится. Я вообще не знаю, надо ли мне его брать. Можно его на щиты поставить, да? Но только тогда щиты будут слабее. А прокачивать их поздно. Я не знаю, зачем он мне нужен. Почему вы все топите за него? Я не могу его поставить на щиты, потому что они у него не прокачаны. На инвиз его. Инвиз ничего не дает. Я не буду его брать. Не хочу. Может быть, это ошибка, но я делаю так, как кажется мне правильно. Мне кажется, мне вообще не всрался. У меня, типа, не проблема с количеством... людей в корабле. У меня проблема совсем в другом. Я бы типа себе щит хотел прокачать. Были бы у него щиты вкачаны, я бы его взял. Вы слышите в эфире, что рядом открыта станция снабжения. Вы отправляете экипаж, чтобы взглянуть, что у него там есть. О, еще один магазин. Только ракет, наверное, могу взять и все. Может быть топливо? Хотя не буду брать топливо. Бедствие, а потом выход. Нормально. Он сам по себе, может быть и прикольный, но, типа, я не думаю, что он мне нужен. И, типа, не за такую цену. Сигнал аварийного маяка приводит вас к плотному поясу астероидов. Вы приближаетесь, видите, крепко застрявший между огромных камней корабль с пиратским... Так. Либо по астероиду, либо уничтожить корабль. Давайте по астероиду сначала. Ну и ладно. Ну и ладно. Очень много мне предлагают этого. Людей, господи. Мне он не нужен?
Иди ты чини, наверное. Камера, конечно, прикольная, но не... Ух, ни хрена себе там ракета. Ионка почти зарядилась. Можем начинать. Так, ломаю щит. А, стоп. Там защита. Там странная защита. Пока ее не собьешь, ноль урона будет. Там ракета огромная полетела просто. Нормально. Я пока в плюсе большом. Супер чувак на пушке. Но у меня есть супер чувак на пушке. Хватит мне давать людей, дайте мне что-нибудь другое. Блин, я, кстати, довольно успешно сейчас их вынес. Я могу отключать одну энергию на движке и подрубать себе три щита. Теперь надо, короче, додж еще вкачать, и будет хорошо. Сначала лазером, потом тяжелым. Я их думал, то, что если я буду вот так вот по очереди их кликать, то они будут в такой последовательности стрелять. Но, походу, надо ждать, да, немного. Я не знаю, почему я мышкой кликаю, чуваки, потому что привык мышкой кликать, вот и все. Вы слишком много вы от меня хотите. А, бесполезный магазин, да, мне же нечего продавать. Ну да. Жалко, людей нельзя продавать. Жалко, в этой игре нельзя работорговца отыгрывать. Ну, я понял, короче, лучше... Подождать. Сделать залп лазером, а потом подождать. Окей, через туманность придется лететь. О, ни хрена. Йоло! Пора тягаться с крупными чуваками. В принципе, тут только вот эта херня напрягает меня. Ждем. 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 Не ждем. Потом сразу выходим. Я не успею, да, наверное, нормально дать. Не попал. Окей, минус ракета, хорошо. Ждем откота лазера и снова проходимся по ним. У них кроме ракеты ничего нет опасного. Пора. Я ничего не попадаю. А, у них щиты восстановились, я понял. Фига там людей много. Надо снова щиты выносить. Я что-то забыл, то, что у меня ионка. Хотя, давайте вообще попробуем. Нет, это была плохая идея. Ждем. Ракета раз, ракета два. Не ракета, а лазер, я имел в виду. Я не пробиваю их, блин, нихера. Еще за окном бомбардировка какая-то. Как будто я уже авторез вернулся. А не собираюсь. Мало? Мало, наверное.
А на какую горячую клавишу маскировка юзается? На С, да? Может быть, реально с клавы привыкать играть? Я, кстати, почти весь экипаж убил. 90% доджа! Так. А что, если я им кислород выбью? Пару пулик сюда дам. Но они просто починятся быстрее. Там их дохера. Ладно. Не будем экспериментировать. 56 слома. Вот это гораздо лучше. И две ракеты. И еще. Покончив с пиратами, вы вызываете станцию. Мы благодарны за помощь, но рано или поздно сюда прибудут... прибудет другой вымогатель. Простите, но это все, что мы можем вам предложить. Окей, окей. Следующий щит я точно не смогу себе позволить, слишком много надо. Можно тогда уклонение дальше прокачивать, наверное. Чтобы у меня было 100%. Мне надо как минимум все равно одно уклонение сюда вкинуть. Ладно, остальное пока оставим на магазин. Вот и магазин, кстати. Сначала сюда, потом в магаз, потом сюда, наверное. У этого маяка только один корабль, бла-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 бла. Ух ты, какой луч. Это который людей выносит. Каждый раз при сборе лома проводится ремонт корпуса, но количество лома при этом уменьшается на 15%. Тебе энергия на аптеке, я в курсе. Но там anyway нужно было качать энергию, чтобы я мог все использовать. Не думаю, что это нужно на самом-то деле. Ракета 100%. Раз, два, три. Я думаю, мне этого пока хватит. Ого. Опасный корабль. Реально опасный. Сто процентов уклонения. 100% уклонения. Смогу ли я выбить им пушки так? Слишком долго. Слишком долго я реагирую, походу. Я не попал бомбой, да? Круто. Я полетел, всем пока. Кто там? Как они дверь открыли? Ладно, просто замесить их и все. Вас больше. Чё париться вообще? Это было нетрудно. Что, без музыки? Так здесь музыка очень классная. В самой игре. Я не особо хочу, наверное, в туманностях летать, поэтому на выход полечу. Я почти долетел до финального сектора снова.
Осталось научиться выигрывать. Надо кого-то завалить, иначе я без топлива останусь. Вы натыкаетесь на астероидный... на астероид с добывающей колонией. Ее обитатели тут же связываются с вами. Приветствуем повстанцы. Перекрыли... Повстанцы перекрыли доступ... Приветствуем повстанцы. Перекрыли доступ к нашей системе. Поэтому взрывчатку для горных работ мы больше не получаем. Пять ракет это много, блин. А вдруг они мне топливо дадут? Они мне дали лом галимый. Поехали в туманы, чтобы там ждать чуваков. Понятно, не повезло. Чего? Где вы? И сколько вас там? Одного завалите, мы выиграем. Мы выиграем. Но лучше свалить, пока не поздно. Все, всех убили. Надеюсь. Блин, тяжелые лазеры, конечно, прикольные, но я бы все-таки предпочел один залповый лазер вместо двух тяжелых. Очень тяжело все равно щиты пробивать. Я в курсе, Альт. Мне эту информацию написало, наверное, миллиард человек еще на первом стриме. Че, запрашиваем этот? Помощь. О, мне дали три топлива. К вам приближается судно беженцев, также стремящееся уйти от повстанческого флота. Сюда их привлек сигнал вашего аварийного маяка. Топлива у них не так много, но узнав, что вы представляете федерацию, они предлагают разделить с вами остатки. Какие приятные люди. Раз, два, три. Че, полетели, наверное? Хо-хо. Что это такое? Выйдя из прыжка, вы получаете сообщение от находящегося поблизости корабля. Приветствуем, добро пожаловать к нашему маяку. Пошел в очко, я тебя трахну. Хочешь меня трахнуть, я сам тебя трахну. Так, у них телепорты есть. Куча богомолов. Больно. Ракеты уже в меня полетели. Ждем отката ионки. Что это за тактика у них такая? Так, ломаем щит. Промах, офигенно. Ладно, тогда просто ломаем щит. Так, чуваки сбежали. По местам. Что-то выбил. Не знаю, есть ли смысл... Да сколько можно? Угомонись. Нормально. У него все еще доступна ракетница. Надеюсь, она сгорит нахер. Вместе с ним. У меня маскировки нет, чтобы уклониться, если что. Четыре топлива. Лома маловато, но ладно. Я возьму. Четыре топлива этого мне хватит до конца игры, я так понимаю.
Шок, щиток. Я все равно больше себе ничего прокачать не смогу, наверное, да? Можно, кстати, маскировку прокачать, но я не знаю, насколько это эффективно. Впрочем, это единственное место, куда я могу тратить сейчас этот. Лом. На нее плюс энергия нужна, да? Да. Топливо. В принципе, в два раза дольше маскировка, может быть, нормально. Жаль, что FTL нет на андроиде, только на сосущем песос айфоне. На айфоне, кстати, много таких игр. Don't Starve, Isaac. Streets of Rage бесплатно есть. Я, если честно, не думаю, что мне что-то здесь дадут хорошее, поэтому я полетел сосать на боссе поскорее. Это же военное судно, верно? Мы очень хотим добраться до дома живыми. Я инженер по профессии, могу попытаться улучшить ваш реактор. Не. Сори, ракеты так мало. Получено достижение «Лучшая кадровая политика», по-моему. Или как-то так. Вы прибываете на форпост рядом с базой Федерации. Ваш код доступа позволяет пройти первую проверку. Так. Так, мне дали кучу топлива, кстати. Ну, генерация вроде зашибись прям. Офигенная. Полетели, через все ремонты пролетим. Жирно. Жирно? Я могу прокачать себе еще маскировку? Или не могу? Нет, не могу, не хватает два! Два лома не хватает! Магазин есть, да? Далеко. Кстати, что мне магазин-то даст? Он мне ничего не даст. Можно аптечку тогда сделать на весь корабль? Или нет? Это не на весь корабль, а просто ускорение лечения. Я не знаю, чем мне тогда тратить, не тратить. С другой стороны, я могу прокачать маскировку и убрать один додж отсюда, да? Или знаете, как можно вообще делать? Можно убирать кислород и подрубать сюда. Или убирать щит и подрубать сюда. Нормально. Я думаю, если я не буду тупить, то я успею. Еще один ремонт есть, он далеко. Че, ждем, пока он сам нападет. Не торопимся. Если уж сосать, то с наслаждением. Так, сначала надо ракеты вот эти вынести. Это точно ракета, я помню. Для этого мне надо сломать щитом, да? Там 4 щита. Кошмар. А, я, кстати, все равно зафейлил. Я слишком рано нажал. Ладно, не страшно. Сейчас не страшно. Но зафейлил. Он меня законтрил? Козел, у него тоже маскировка. Грустно. Очень долго откатывается ракета моя. Есть ли смысл юзать против ионки? Наверное, можно. Жесть, меня просто трахает этой маскировкой.
Кстати, проблема в том, что пока здесь перезарядка, я не могу убрать энергию. Ну ладно. Будем с кислородом как-то оперировать. Красиво. Хорошо. Очень хорошо. Все равно прокнуло. Так, минус одна ракетница. Теперь надо, наверное, лазер вот этот вынести. Или щит, может быть, пробить сначала, а потом лазер. Иначе я слишком много ракет трачу. Пошел ты нахер, как мне бесит твоя маскировка. У меня столько частей дроидов, мне бы их поменять, блин, на что-нибудь. Ну, какое-то пробитие есть. Могу, кстати, заионить ему пока оружие. Черт. Хватит. Хватит так делать. Короче, щит я ему просто не могу вынести таким образом. Если я так сделаю. Будет 0 урона, очевидно. Мне просто не хватит ракет, наверное. Я чуть не заметил, как мне пробили щит. А, он заионен был, понятно. Косячу. Так, стоп. Промахи, промахи. Почини пока здесь. Поторопился с лазера стрелять. Много ошибок делаю, блин, капец. Блин, жалко, этот огонь не дамажит его. Или дамажит, но очень слабо, что ли. Ура, я сделал что-то полезное. Теперь меня вообще пробить не сможет. Не понял. А что это за лазер такой, который пробивает мне щит? У меня же один щит есть, нет? Мощный лазер пробивает через один слой щита.
Вот я теперь узнал кое-что новое с этой попытки. Я не знал, что такое лазер есть. Маскировка убит. Да меня там больше парит щит его огромный, который не пробивают тяжелыми лазерами. Я говорю, мне не тяжелые лазеры нужны, а залповый лазер этот, или как он называется. Короче, просто лазер какой-то. Мне бы одну эту пушку вместо двух. Были бы шансы. Ну ладно, я не отчаиваюсь. Продолжаем играть, я могу себе теперь прокачать движок. Он же туда прыгает, я правильно понимаю? Давайте я один ход подожду лучше, а потом к нему прыгну, когда он уже долетит туда. Есть, кстати, все еще вероятность летать на ремонт. Так, мой любимый момент. Возможно, имеет смысл заионить ему дронов. А так и должно работать? Я думал, что вообще не попадет меня дроном этим. Наверное, я кину сюда ионку. А потом здесь буду пробивать. Пытаться. Ты клёвый. Спасибо за стримы, ролики. Давай. Да ладно, два промаха, как это работает? Два промаха просто. Если бы я сейчас попал, там было бы очень неприятно ему. Но у меня есть Мантис, это самое главное. Мантис король. Так, какие-то попадания есть, но и меня там что-то трахают сильно. Куча ракет полетела, у него ракетницы тоже откатились. Куда вставить на щиты, может быть, обратно, пока он выключен. Но все, началось изнасилование, я сейчас сдохну. Все горит, все пропало. Да что за промахи? Так, минус ракетница, круто, дальше что делать? Меня сейчас сожгут нахер. Пацаны, тушите как-нибудь. Или, может быть, не надо вам тушить, а откроем двери. Чтобы она сама потушилась. Кислород! Кислород умирает. Жизнь мне брустанула сильно. Он, короче, в какой-то момент их очень много спавнит. Вот, я понял. Ну, теперь ты это понял только. Так, минус дроны, да? Только не минус, они почему-то все равно стреляют по мне. Я же вроде сломал отсек. Бля, я аж сломал отсек ему с дроной, почему они все равно стреляют дальше? Ничего не понял. На второй фазе ничего не понял. А я же ему выбил дронов, почему они все равно стреляли дальше? Ну, короче, инвиз на второй фазе нужно держать именно против дронов. Эти дроны не от отсека идут. Да блин, как вообще это можно все знать? Это невозможно знать, если ты играешь первый раз. Ну, в плане, доходишь до этого момента. Я думал то, что если я им сломаю отсек с дронами, то они сдохнут сразу. Но, короче, маскировка прям must have на второй фазе, именно когда на тебя налетает куча дронов. То есть ни против ракет, ни против залпов каких-то, именно против дронов, иначе там просто невозможно будет выжить. Кстати, вот с этим билдом, мне кажется, можно было даже выиграть. Если бы у меня еще вместо двух тяжелых лазеров был обычный лазер, то я думаю, это было бы прям, ну реально на победу. По крайней мере, на второй фазе точно. Не знаю, сколько у него там фаз, 3 или 4.